На Ямале учреждена награда губернатора – медаль за гражданскую инициативу. Она вручается за активное участие в решении важных социально-экономических проблем округа, оказание благотворительной, спонсорской и других видов помощи различным социальным группам населения за проявленную инициативу и участие в подготовке значимых для жителей региона законодательных инициатив. К медали награжденным вручается удостоверение, а также производится единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей.